Представляем вашему вниманию воздухоочиститель AIC XJ38-00A1. Данная модель позволяет осуществлять многоступенчатую очистку воздуха в помещении площадью до 50 квадратных метров. Практически это единственная модель на рынке, в которой собраны все возможные способы очистки воздуха с автоматическим определением качества воздуха и его контролем. 7 уровней очистки воздуха позволяют очистить помещение практически от всех видов загрязнения на бытовом уровне. Для удобства пользования прибор укомплектован дистанционным пультом управления. Для включения устройства нужно нажать кнопку Power. Устройство снабжено датчиком пыли, запахов и аллергенов. Встроенный процессор позволяет контролировать и сигнализировать о качестве воздуха в помещении. В течение 2 минут датчики будут тестировать воздух в помещении, после чего определят его качество. Индикатор на панели управления отобразит текущее качество воздуха, а специальный режим авто задаст нужную производительность очистки. Индикация на дисплее отображает по отдельности загрязненность воздуха от запаха, например, табачный дым, от пыли или аллергенов. После выключения устройства датчик качества воздуха сохранит в памяти состояние качества воздуха в помещении. Также на дисплее отображается индикация режима ионизации, который можно отключить с пульта управления. Насыщение воздуха отрицательными ионами способствует устранению усталости, повышению работоспособности, улучшению сна и обладает многими другими преимуществами. Очиститель воздуха всегда вовремя подскажет о необходимости замены или очистки фильтров с помощью индикации загрязненности фильтров. Кнопка «Таймер» позволяет запрограммировать прибор на отключение через 1, 2 или 8 часов работы. В предлагаемом устройстве существует 5 режимов производительности – авто, ночной, низкий, средний, высокий. Нажимая на кнопку «Flow», на дисплее или на пульте управления можно выбрать нужный режим работы. В зависимости от выбора режима на дисплее будет отображаться соответствующая индикация. При включении очиститель воздуха работает в автоматическом режиме, то есть в зависимости от качества воздуха выбирает режим производительности. В случае, если воздух в помещении чистый и датчики качества воздуха не определяют загрязненность, то устройство переходит в ждущий режим. Прибор заработает вновь, как только датчики уловят загрязненность. Передняя панель легко снимается с корпуса прибора. Для этого нужно снизу нажать на 2 защелки на передней панели и мягко поднять панель на себя. Первое, что мы видим, это фильтр предварительной очистки, который задерживает наиболее крупные частицы, такие как волосы, перхоть, шерсть, крупные частицы пыли, содержащиеся в воздухе. Далее установлен плазменный статический фильтр, с помощью которого нейтрализуются запахи, табачный дым, гарь, аэрозоли и мельчайшие пылевые частицы. Следующим идет комбинированный фильтр, состоящий из HEPA-фильтра и заполненного в ячейке гранулированного активированного угля. HEPA-фильтр установлен класса H14. Самый максимальный класс по классификации фильтров высокой эффективности согласно ГОСТу. HEPA-фильтр отличается высокой эффективностью и предназначен для очистки воздуха от мельчайших частиц. Эффективно отделяет взвешенные частицы и задерживает вирусы, плесень и любые виды бактерий. Данный фильтр позволяет практически избавиться от аллергенов, пыльцы, мелких частиц пыли в воздухе, перхоти людей и животных, бактерий. Угольный фильтр состоит из активированного угля, изготовленного из скорлупы кокосового ореха. Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха считается наилучшим, главным образом из-за небольшой структуры макропор, что делает его более эффективным для адсорбции газа, паров и удаления запахов. После комбинированного фильтра установлен фотокаталитический фильтр. Эффективно удаляет до 99% формальдегидов, бензолов, толуолов, ксилолов и других летучих органических соединений, а также удаляет газы, газовые примеси и неприятные запахи, присутствующие в воздухе. Диоксид титана, нанесенный на поверхность фотокаталитического фильтра, активируется под воздействием излучения ультрафиолетовой лампы и окисляет до углекислого газа и воды различные органические молекулы и запахи, вызванные курением, приготовлением пищи и домашними животными. Ультрафиолетовая лампа установлена на корпусе внутри устройства непосредственно на выходе прокачиваемого через фильтр воздуха. Ультрафиолетовое излучение стерилизует воздух внутри устройства, а также активирует работу фотокаталитического фильтра.
Представленный воздухоочиститель является одним из самых прогрессивных и эффективных в своем классе устройств по очистке воздуха. Очиститель воздуха AIC XJ3800A1 принесет в ваш дом комфорт, чистоту и уют и справится с поставленными задачами –